Дайте мне губернатор. Губернаторский срок. Я буду купечествовать. Давай, купечествуй. Беру одну монетку и продаю один кофе за 4, то есть за 5. За 5, бери пятерочку. Пей. Вот ты жердяй. Что делать? Где еще? Когда мы уже закончим выживать и начнем жить-то по-настоящему? Будешь продавать свой? А что, мне нечего продавать? Ну да, смысла нет. А я сахарок продам за 2. Тоже гей. Все, давай. Сговорились там. Гейский заговор. Гейский заговор. Против негров. Толерантность зашкаливает нашего видео. Толерантность говно. Это мы еще про женщин не говорили. Да. Ёбаные женщины. В смысле, про женщин-негров? Да, женщин-негров-геи. Женщина-негр-гей. А так они по умолчанию геям же мужчины нравятся. Не, ну гей это как бы не значит, что мужчина нравится. Но это гомосексуальность. Да, 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 то есть... Женщина-негр-лесбиянка, это просто трипл комбо. Комбо! Я такое видел в фильме про Конана, помнишь, такая была? Нет. Женщина-родительница. Да. Новый? Старый. Не с Шварцем негром. Помню, а новый не смотрел. Шварц тоже негр. Да. Черный. Новый там вообще. Отстой. Новый шляп, я даже смотреть не стал. Капитаны. Капитошки. Капитаны. Капитаны. Саня просто деньги нужны выставить. Капитанить будет. Что, капитана отгружать? А что, отгружать надо? Давай. Я просто хочу закрыть корабль. И один на другой. Не-не-не, один. Только на один грызет. Вот, сюда. Ну, все. Так, а смысл мне? Так, окей, если этот загружен будет полностью, то что с ним происходит? Ну, волшебно ничего. Смотри, если ты грузишь сюда, я отгружаю сюда. Ты уже не сможешь отгрузить. И наоборот то же самое. И у тебя что-то сгорит, один фавор. А вот грузит сюда этот самый. Кофе. Кофе. И забьет этот корабль кофе. В жопу капитана. В жопу капитана. Тогда Ву выберет капитана. Да и в жопу Ву. Че? Все в жопу. Тысяча. Тысяча чертей мне. А все равно. Мне кажется, ты гей, Сань. Да. Все в жопу. Я тоже об этом догадываюсь уже. Хорошо, хоть не негр. Когда вчера проснулся с усатым волосатым мужиком в кровать. Во мне крались подозрения. Это был таракан, ты его спросил, ты мужик, он сказал да. Крались подозрения, это утренний секс такой? Да. Нормально. Это как, не спал этот, я люблю тебя, Филипп Моррис, с Джимом Керри. Смотрел, давно уже. Я просто там типа, а, да, еще я забыл сказать, я гей. Гей. И там усатого мужика там. Так, блин, все надо и все не надо. Как так может быть? А, какая игра, это хорошая. Что бы ты ни взял, остальным будет лучше, да? Да, так говорю, говно. Так, я возьму тогда. Отлично, негры идут, отлично. Негров, негров, давай. Вот еще раз вижу строителей. Я знаю, что я тебя спрашиваю. Я не понимаю. Когда кто-то выберет поселенца, ты можешь взять либо каменоломню, либо плантацию. А? Либо каменоломню, либо плантацию. Ну, одну только. Да. Ну, у тебя и плюс дополнительный. Вместо плантации я могу выбрать каменоломню. Но можно взять еще раз дерево. Вместо той, которая, ну, вот, лицом лежит. И еще тянешь. Окей. Ну, я так вот. Фабрикант. Фабрикант. Ну, а я все равно купца возьму. Ой, капитана возьму. А капитошку я. Давай капитане. Капитошка. Капитошка и всех. Два получаю, два победных очка. Только на новый корабль может взять. Одно получаю, да, за кофе? Либо, да. Либо. Либо, что-либо. Либо оно сгорит. Либо, да. Тоже одно. Все, и все остальное сгорает? Капитан закончил. А я мог вот это место кофе поставить? А так я забит. А все остальное сгорит? Нет, а теперь каждый может выбрать один товар, который не сгорает. У меня есть склад, у меня вся кукуруза не сгорает. У меня тоже сгорает. У тебя это, да. Зато теперь освободилась кукуруза. И индишка. Индиго. И его снова можно добывать. Вот в чем дело. Отлично. Парам-пам-пам. Все, что ли? Да. Ну, твоя роль распределить монетки. О, да. Распределитель монет. Ну, губернируй, Санек. Губернируй. А что, опять я? Да. Что ж опять я только что губернировал? Это ты только хреново губернировал, что даже не заметил. Я губернировал. Да не вы губернировал. А я возьму опять.
По крышам бегать. И труба шатать. Так, поселенца возьму. Так. Так. Так, 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 так. В каменоломничку чкусить. Чку-чку. Нет, ну, закрытую тянешь. А что закрытую? Ну, у тебя. Да, 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 да. Или да, ты да. уже. А если у меня каменоломник, то я могу выбрать, да? Или то, или то. Да. О, индиго. О, индиго. Так, все, все. Индишкин завоз. Табак. Я каменоломинку возьму. Это не может быть каменоломинка. Почему? У него эскиз на строителе. И одну тяни. Откуда тебе столько негров? Негров? Просили из Африки. Так у тебя столько же, родной. Да у меня меньше. Почти. Шуга. Шуга, бейби. Вилл, выбирай. Нафига тебе на сахаре стоит негр, если ты не можешь его использовать, добывать? Ну, я перераспределю потом. Я выбираю. Мне просто некуда все равно было пихать. Некуда пихать негров, господи. Мне бы твои проблемы. Мне бы негров побольше. Да погуще. Архитектора беру. Архитектор. Что мы построим сейчас? Значит, что у меня? Раз, два, три, четыре монеты плачу. Четыре монеты плачу и табачок. А что там? Табачная фабрика. Что там за, для сахара нужно? Завод? Университет, смотри, можно плюс негр одного добывает. Да, в каждом здании сразу негр приходит. Блин, что-то и такая же есть проплантация, приют называется. 4. В смысле в каждом здании негр? Ну ты построил здание и тут же негр ставишь из Африки. Что это нужно взять? Университет. Блин, дороговато. То есть он фазу мэра добывает или еще добывается негр? Не фазу мэра, фаза строительства. Ты построил здание и тут же взял и на него негра поставил из Африки. А, сразу же? Рабочий. Такой же есть он приют, как плантацию получил одну из этих, сразу на него негра ставишь. Вот. Я туда приют строю. Строй. Надо было раньше мне сказать об этом, что ты мне раньше не сказал? За три монеты. Давай. Я один. Выбирай. Да-да-да. Мэра бери. Мэра бери. Да не, надиратель. Это я мэра возьму, да? Не-не-не. Я мэра возьму. Или надиратель. Ну мэр-то негров принесет. Надиратель-то принесет много всего. Мэр придет, негров принесет. Он тебе опять то же самое. Одну, это самое, одну индиго и одну кофе. Все, что ты произведешь. Ладно, ладно, да, ладно. У тебя не хватает. А, негры. Не хватает у тебя ничего. Зовут. Раз. Ну вот я еще и табачок. А, в принципе, быстрая игра, да, смотри, там часа за два, наверное, можно? Да, спокойно. Все. Сколько у нас свободных мест? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, да, шесть некритосов. Почему шесть? Ну, потому что сюда приходит либо по числу игроков, либо если свободных мест на зданиях именно. А как ты определяешь, либо-либо? Так смотрю в каждое это, я когда добавляю, я смотрю. Вот сейчас у нас 6 свободных мест, до этого все время не было. До этого все время было там 8 свободных мест. 9. Где? На зданиях не было никогда. 8-9 свободных мест у нас на зданиях нет. Плантации не берутся в счет, только здания. Вот сейчас у нас мы накупили больших зданий. А где 6 ты нашел? У меня 2. Все распределяем и сдаем. 2. И у меня 2. А, ты в сумме, да, считаешь? Распределяем и сдаем, господа. Перерывчик можете больше? Не-не, давай, что? Давай еще один. Давай. А? Так, хотя это курить уже. Ты как же, табак. Табак прогибается. Табак еще не, не произвели. Еще вот произведем табак, и тогда... Кто губернатор сейчас вил? Вил губернатор. Мистер губернатор. Мистер президент. Ну что, что тут говорить? Где этот надзиратель? А ну, работает! Где этот Порошенко? Так, ну что, один табак, два сахар, индиго. И что-то дополнительное надо выбрать. Это будет... Говно. Это будет говно. А негры когда кончится, что делать? Конец игры. Это будет еще один табак. Да, конец игры будет. Так скучно. Я беру... Они же скоро кончатся. Одно индиго. Два кофе и один сахар, правильно? Да. Два индиго, две кукурузки. Заспавнил все этой херней. Ненавижу кукурузу. Ненавижу кукурузу. Всем хороших выходных.
кроме тебя, Лиза Кудрум. Иди ты в жопу. Кто? Лиза Кудрум. Кто это такая? В друзьях. Ага. Фиби. Тебе она не нравится? Нет. У нее такие крутые песни были. Драный кот, драный кот. Не, это просто смотрел там этого шоу Джимми Феллона, и там у него типа есть там врезка такая, там типа звезды читают про себя злые твиты. Там, знаешь, типа ты там страшное уебище там с лицом насильника там и так далее. И так некоторые так обижаются, забавно. Я возьму, пожалуй. Смотри, если я сейчас возьму капитана, то я должен буду добить сюда кофе. Да. А сюда здесь... положить сахар, сюда положить синюю, да? Ну, либо наоборот. Одну из этих, одну из этих. Тогда то есть ты всегда отгружаешь на один корабль, а потом по очереди. Да, капитана беру. Возьми капитана. Возьми у капитана. Догружаю сюда. Кофе. Получаешь два. Все, все, стоять, погоди. Стою, все, все, все. Чу два, топ. Ну, потому что первая отгрузка у капитана один дополнительный. Теперь ты давай грузи. Я? Да. Кукуруза, конечно, бонус память. Кукуруза. Два. Кукуруза, ну и я забью весь этот корабль, оставшийся кукурузой. Три. Там, кстати, эти жетончики. А почему я не мог сразу две отгрузить кофе? Поменять, да? Заменишь эту жетончики. Так я должен был, должен был. Тогда мне еще одну жетончику. Да. Поменять вижу на пятерке, давайте. Да, чтобы не поэтому. Грузи теперь на этот корабль что-нибудь. Сюда догружаю два синих. Еще два чучечка. Эти два чучечка. И сохраняются у меня на складе. Давай, Саня, догружай. Че, дигер? Да, три еще. Получаешь. Обязан, да? Обязан, да. Три получаешь. И я добил индиго еще одной. Как все хорошо получилось. Двачка. Ну что, короче, табак я сохраняю в складе. Одну просто это сахар. Кукуруза сгорела. Вот. Сгорел кукуруза! Кукуруза, Саня? От Лукашенко. С каких пор? А что, ты там был в Беларуси и не видел кукурузы? Она мне очень растет, там холодновато. Потатос только. Но у нас тоже, в принципе, кормовая-то растет. Кормовая. Вот в Украине уже там побольше. Да. В Украине там уже нет ничего. Ну, хоть эти нормальные все разбомбили. В Украине. Да какая разница, в Украине, но больше. Даже семок в магазине нормальных нету. Вот он, кризис на Украине. Ну, его знаешь. Большой РТ. Так нет, я смотрю, у нас. Раньше были, ну, те, которые вкусные семки были, все их не стало. Нормально. Просто, блин, да, вот это вот санкция, да. Зачем сам довели семок? Зато российские, ну, вот эти мелкие, которые говененькие, полно, блин. Говененькие, мелкие. Семок не стало. Украинцы, остановитесь. Хватит воевать. Дайте нам семок. Нам умереть нечего. У нас гопники стынут, как бы. Они на картах сидят, а семок нету. Нет, они сидят теперь на этих. Не, белые-то эти какие-то. Дымные. Тыквенные. На тыквенных сидят гопники. Да, вечера. Уже такие развелись такие, знаешь, в париках таких 18 века. Такие. А месье, не будет ли у вас немножко деньжат? Все, наркоманить, давай уже заходи. Как же без наркоманов? Че такой скучный? Он готовится убить за очередную партию. Второй день. Он очередную партию готовится. Вот, теперь, короче, смотри, одну берешь отсюда, одну берешь, а теперь, так как, погоди, их много, но рассказываю, одну бери ты, по очереди берется. То есть кому-то может не хватить. Кому-то может не хватить. Подожди, почему? Должно быть по две каждому. Ну, и просто по две каждому, у тебя дополнительно. Но если бы там было не 6, а 5, например, ву бы не досталось. Вот так оно берется. А ву бы не осталось. Зато мы все заспамили. Скоро Африка вымрет. Да, и посрать, да. Работать так-то будет. Сам независимо. Вот, не забывай свою роль, сдаем. Надо денежки. Любитель негров. Ну все, теперь можно сделать перерыв. Да? Так, сейчас я хожу, губернирую. И я буду губернировать мэром. Негры. Опять негры. Негры заканчиваются в Африке. Раз, два. Добить меня. Добить негров. Мне же некогда их делать. Давай сюда. Сюда, прикинь. Ч
что-то решил все заспамить Индиго. Да. Так. Ты сам выбираешь роль. Так, а плантация кто там, поселенец? Да. Ты еще хочешь плантацию какую-то вернуть? Да, две плантации. Одна, ну, что, ну, одну берешь либо эту, а потом рандомную. А если все плантации заспамишь, тоже кончается? Все уже. Не, мне еще не заканчивается. Плантации не. У меня плюс одна же хижин строитель. Ну так бери вот теперь эту. Сначала берется одна из так этих. Так одна эта, и одна эта, и еще одна эта. Нет. В смысле одна эта, одна эта. Ну как хижин строитель? Акварий бы без нее не мог брать. Да. Без... Ты поселенец дает право либо взять это, либо это. А, ну второй акварий. Куда? Ну, каменоломня. И... Нельзя за хижину строителя брать в каменоломню. Только вот в темную вот эту плантацию. А, вот это вот поселенцы, то, что фишка дает. Ты берешь либо это, либо это. Бонус хижиностроитель. Вот эту. Ты квари не можешь взять за хижиностроитель. Ты можешь в темную вытянуть одну плантацию. Так у меня поселенец еще. Блин, ну не парься. Я не понимаю. Смотри, ты взял поселенца. Да. Ты либо вот это берешь, взял либо все. И теперь хижиностроитель. Вот одну из этих в темную вытягиваешь. Mm. То есть ты квари не можешь за хижину строить. А плюс одна плантация за раньше. Вот она. Так ну, должно быть плюс две, короче. У меня должно быть три за раз. Не, за три не, за раз не бывает. Так а смысл тогда вот хижина строителя раньше? Хижина строителя, если бы я поселенца выбрал, ты бы мог взять квари. Да, да, да. Говно какое надо было сразу сказать. Тогда ты решил свой остров заспамить весь. Потом их сносить нельзя, вот в чем дело плантации. Да? Как есть, так есть. Все, ты заспамишь свой остров и все. Самая нужная тема тебе кофеек сейчас. Да, не останешь. Ну, что, я возьму... Купца. Погоди, мы еще сами-то не взяли ничего. Ну, а что ты? Я квари беру. Квари это или только квари? Нет, у тебя только квари. Все. А, кстати, да, и в темное у тебя же и то тоже построено. Все правильно. В чем тогда преимущество? Да, Саня, только что монетку взял? Да. С этими зданиями уже все. Я еще кофеек купил. Какая-то полная жопа. А сносить их нельзя, да, плодаться? Нет, нельзя. Вил, давай. Там взял купца. Короче, я... Сейчас я еще выберу этот. А, ну да, табак возьму. У меня табак, табачная фабрика. Дело табак. Что, у Вила так мало плантаций? А зачем много? Он другим живет. Я другим живу. Духовный. Да. У него негры там в хоре поют церковным. Да, взял купца. Программное обеспечение разрабатывает. Взял купца. И продал за... А как ты второй раз так? Нельзя одинаково, да? Нет, да. Вот. Смотри, у нас читер проклятый. 3-4 монеты. Панбаст это сработал? Ну. Раз, два, три, четыре. Все, фаза купца закончена. Обнуляется купец? И в конце фазы вы продавать не можете, а этот все обнуляется. Мы продавать не можем, да? Потому что забит корабль. Да и нет, нихуя. Ой, ничего. Но я бы сахар продал. Чего уж там же. Сахар. Вот здесь нужно здание строить. Дент? Да, все, да. Там распределили по монетке и сдаем. Чик-чик-чик. И отдавай губернатора и мэра. Хрень какая-то. Точно. Фу. Точно. Точно. А, кстати, мне на все эти плантации новые, на квариате сразу негры ставятся, потому что у меня приют есть. То, что я построил в том ходу. Логично? Да? Угу. Так. Ну что, добываем говнень всякую. Где там кто-то? Надиратель. Так, у меня что, 4 индиго и кукурузка. Так, а, и плюс один ресурс, ну, да, индиго еще. Индиго беру. Сахар беру. Табак. Две кукурузы. Я беру индиго. А если у меня две плантации кофе и завод есть? Ну, сколько я беру кофе?
У тебя жаровня сколько обеспечивает? Сколько жаровня? Два. Два. Два кофе? То есть два кофе себе? А не за каждый по два? Нет. А если бы у меня было только один, по одно поле, то только одно бы приносили? Да. Тогда два кофе и два сахара получается, да, за завод сахара? Да. Индиго, я думаю. Заложено. Сделано. Так, что, в следующем? Вил? Да. Так, а бонус за мегазнание? Там? Купи сначала. На 2 копейки. За каждое. А у тебя 3 скидка будет. Знания. Что значит большое здание? Это этим? Вел? Большое здание это этим? Ну, вот ротуша. 2 за каждое большое здание. За каждое небольшое здание. 2 за каждое большое здание. А, 2 за каждое большое. Это там эти, да? Небольшое, где один негр может стоять, а где больше, это большое. Так, 1 ВП за каждое три колониста. Большое здание. 2 за каждое большое. 2 ВП за каждое. 6. Чего? Что тут фиолетовое здание? Архитектора беру. Фиолетовое это какое? Это это вот трудно. Да, эту что-то строим. Сколько у тебя бабок-то столько? Раз, два, четыре, раз, три, четыре, еще один, пять, шесть, семь, восемь, девять. Читер. Я рынок куплю за 5, точнее за 4 эквари. Большой рынок. Большой рынок, да. Плюс 2. Плюс 2 дублонов, а закупка. Причем они с маленьким рынком согласуются. У меня нет маленького рынка. Все. Саня, если хочешь, можешь что-то построить. Построить? 2 монеты. Что за 3 монеты можно сделать? А, ну, у меня 5 монет, можно сказать. Покварь. Ну, это плюс 2 дублона, только у меня там негр будет стоять, правильно? 5, конечно. 5, большой рынок, плюс 2 дублона. Ну да, построить тоже большой рынок. А сюда трейдинг-хаус ты можешь по одной каждого товара продать за один? А, не могу я, да, потому что только 2, да, квари дают максимум? Да. Говно какое. То есть тебе 3 надо заплатить. А мне их нет. А если полностью корабль дополняешь, тебе плюс еще одно очко дают? Чего? Ничего не строю. Полностью корабль дополняешь. Ничего не строю. Хорошо. Ходи. Хожу. Ходи. Я буду купечить. Купечить? Продаю кофеек за 4. 5. За 5 точнее. Рынок у тебя не работает? Нет. Такое. За 2 монеты продаю индиго. Ну нет. Табак продаю. За 4 монеты у меня тоже этот самый рынок небольшой. 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 Все. Там этот самый. Все, да. Ставь по монетке. Конечно. Легко. Легко. Раз, два, три. Я, да, ты теребил губернатором становишься. Я губернатор. И это хорошо. Спасибо. А дурацкая игра. Бе-бе-бе. 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 Тин-тин-тин-тин. Так долго думаешь, меня это пугает. Наверное, хочешь выиграть. Меня тоже пугает то, что я думаю. Смотри, привыкнешь, сам пугает. Сложно будет в жизни. Вот так вот. Так, а сколько это получается? Что там получается? 8 всего получается. 7. Нужно ли, нужно ли? Нужно ли, не нужно ли? Нужно ли, не нужно ли? Вил, давай ходи, бро. Хватит тоже думать. Как ты обычно привык, что ты в мою сторону. Ну, да, что-то вил вот раз зависает. Да. Думаю, что лучше. От капитошки всех. Почему сейчас оттуда играем и все? Больше ничего нет. Можно в каменном рыцаре играть.
Нет, почему еще есть? Другое дело. Воп согласится ли еще здесь посидеть? Ладно, беру капитана. Беру капитошку и догружаю. Так, видимо, полторы недели вперед. Уже вышло на очередь. Давай, Вова, отгружай. Кофе, да, отгружай. Почему и кофе? Сахар. Кофе, конечно, нагружу сюда. Спасибо, да. Держи, зря ты так. Теперь. Да, потому что... А давай я не буду так кофе гружать. Я сейчас думал, что мне дополнительное очко дается, оно же не дается. Почему не дается? Я лучше сахар сюда догружу. Так какая? Да, все равно ты кофе потом отгрузишь. Да. Сахар, смотри, сахара ни у кого нет. Ты все три можешь отгрузить. Да, индиго отгружу. Ты должен. Вот, вот это уже более разумно. Давай индиго отгружу. А почему? Потому что, ну, кофе с сахаром он всегда успеет отгрузить, никто не забьет. А вот индиго... А вот индиго это самое, это уже, да. Одно и то же бы так. Да, как бы... А, ну да. Какая разница, как раз я вычисляю. Ну, я индиго отгружаю. А подожди, я кофе отгрузил, очко взял? Не взял? Я тебе отдал, да? Опять. Тогда еще три индиги отгружаю, три. Индиги? Какие индиги? Ну, три сахара. Сахар, опять же. Вот определись, ты что, соберись, тряпка. Да. И кофе, еще одно очко. Да, мы уже не можем отгружать кофе, еще очко. Все, заполнили. Все освободились, все эти самые. Корабельки. Корабельки. Что у кого? Ну, Саня, ничего не горит, ничего не горит, у меня ничего не горит. У меня там кукурузу склад спасает. У тебя только одну спасает? Нет, тип товара. А, тип товара полностью спасает. Полностью кукуруза и одна просто. Парам-пам-пам. Да. Парам-пам-пам. Да. Так, это я от капитошки. Давай. Капитонович. Капитошка. Помнишь, кому мультик Капитошка? Я беру мэра. Ты решил закончить игру? Но у меня еще здание тут не заполнено. Так, этот я сюда. А в чем дело? Да. Буквально на грани нашей игры. Три негра осталось в этой игре. Я? Да. Ты. Я? Да. А, Зергуд. Так. А даже поселенцам нельзя заменять, да, вот старые локации, плантации? Говно. Угу. Давай надзирать, надо чего. Оба, опять, производить. Давай. Вил. Так, ну что, нужно два табачка. А, еще плюс один. Два табачка, один индиго. Две кукурузы и один шуга-шуга. Шуга-шуга. А у меня два сахара, два кофе. Два сахара, два кофе, два чашки сахара, два чашки кофе. И один индиго. И все это обокрасил. Чтоб синий цвет, экзотическое кофе. Все, давай, там монетки набрасывай на роли. Ну да, вот, это, мне кажется, их обязанность. Саня же набрасывает, пошел, все нормально. Все нормально? Нормально. Да? Давай. Игра такая дурацкая. Не напрягающая я буду... в правилах, но... Ну, это простые, да, очень правила. Я буду купечить. Купечить. Получаю купечить. Одну монетку за это. Сахар продаю. А мы даже не можем что продавать. Он сейчас сахар продаст и все. Ну, вот это... За 4. 4. За 4 раз. Почему за 4? 2. Плюс 2 дублона. Плюс 2. Еще это дает за 5. Еще сам купец дает. Еще а я уже взял одну. Значит, за купца. Ну, он сразу взял. Не, в смысле, на купце лежало? А, ну, нет, один еще дополнительный. А, еще один, да? То есть 5 еще. 5. Хорошо, да, давай. Видишь? Ну, мы тебя как можем вытягиваем, но ты не хочешь. Ты все забываешь. Артачишь. Артачишь. Ты все хочешь быть бедным. Давай, Саня. Хрень, хрень, хрень. Да здравствует хрень. Выращивай хрен. Васаби. Да уже куда длиннее-то. Итак, 30 сантиметров. Что-то у тебя все путешествия по Японии. Как мы ехали и жрали. Япония, может, нет. Не, у меня каждое заканчивается тем, что мы жрем, да, вечером. Очень просто перематываешь, его опять жрут. Да, очень неприглядная пища. Вся японская такая.
тентакли всякие. А ты хотел, чтобы там было как в этой, во Франции, там такая что-нибудь такая пиу-пиу, и что-то... Этот, крутонная. Крутонная, а обычная гренка не может стоить? Не может стоить рублей, да. Крутон может. Так, 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 так. Баблосы нужно. Про Оленьи остров уже поглядел? Оленьи остров, господи. Господи. Там где олени? Там олени просто полно, они непуганные там ходят. Он поселенец. О, давай. Поселенец. Давай, наяривайся, Санек. Еще тебе шивот. А зачем тебе 4? А, больше хочешь резиденцию там? Табак, да? Еще один. А если у тебя 4. Ты 4 скидку получаешь или вообще бесплатно берешь? Какую? Ну вот за это здание. Так оно миллион. Стоит 10, скидка 4, все равно 6 надо. Бери себе. Во. А у тебя акварий тоже с неграми идет или только плантация? Сразу с неграми, все. Фаза поселенца. Все, что фаза поселенца строится. Так, я себе беру. Ну, если квари возьму еще. И одну в темную тоже тащишь. Что же за белостров всякий? Да ты бил там. А я спокойно произвожу, да. Спокойно. Зачем? Ну, зато большое количество, когда ты там пукаешь в штанишки. Ну. Зато уже напукался он большое здание. Да. Пока мы там всякую шнягу строим. Да потому что вы деньги откуда вообще берете, не пойму откуда. Из воздуха. Воздуха. Делать деньги, остальное дребедень. Что, я выбираю что-то? Да. Я выбираю, естественно, архитектора и еще одно большое здание. Пикачу. Это же заранее накидаю. Два, три. Накидываю заранее. Четыре. Нет, на меня не бухтели. Шесть, семь. Бухтели. Восемь, девять. Надо посмотреть, какой выгоднее взять. Блин, опять второй большой уже. Вил вообще охренеть. Куда нет деньги? Ничего не производит. Ничего не производит, блин, деньги есть. Как так? Да, четыре раза. Как так-то? О чем архитектор сейчас, да? Да, я сейчас строю большое здание, единственное такое. Вандерфул, я тоже большое здание построю. Раз, два, три, четыре, и там за сколько? За каждые 4 победных очка. Ну, за колонистом. Объясни мне, вот на острове занято место, ты имеешь в виду плантацию? Вот, у тебя весь остров забит, ты получишь 7 победных очков. Нет, это я покупаю. Погоди, это я покупаю. По очереди, я выбрал архитектора, теперь вы покупаете. Не лезь, моя очередь вообще-то. Да. Да вы охренели. Не лезь, говорит, ничего себе. Так, я беру не за 10, а за 8. Да. Так что, вот бай. Да ну в задницу эту тупую игру, блин. Не, ну а что мне, вот эта вот хрень, блин, она ничего не за очков уже не даст. Ну, 10 это очков даст тебе 5 очков. За что мне 5 очков? Ну, потому что за каждое фиолетовое, только оно тоже фиолетовое само. 5 очков. А это сколько, я не знаю, ты там отгрузил, это считай. 7. Да, это, блин, дает, 7. Блин, 7 уже очков. Ну, блин, он успел, видишь. Да хрень, блин, успел, блин, то, что, блин, ты первый, второй, блин, говно. Так, а что ты не взял архитектора в прошлый раз? Ты мог его купить? Мне денег не было. А. Ну, у меня а не почему было. У тебя не было? Потому что поселенцы взял с монетами. А, тогда да. Там доду. Ну, строй хотя бы вот это, чтобы 5 было очков. Да, за опыт конского Егора, блин. Какого Егора? Где Егора? Егора? Все. Ты распределил, да? Да, распределил. Давайте. Распределил. Распределил. Я губернатор, что ли, Петя? Нет, Саня отдаешь. Саня губернатор. Ты в жопу засунь себе жетон губернатора, тебе не нужно. Ну, все в жопу сразу, закончай свои мечты. Это не мечты, это реальность. Саня, это реальность. Да, такая реальность просто. Жуткая реальность. Все, это тоже негра нужно? Да, чтобы оно заработало, победные очки принесло, еще негра надо туда влепить, иначе оно ничего не принесет. Естественно, кто-то фразу мэра выберет, и сразу игра и закончится, ну, в смысле, и все на здание поставят. Ну, что долго ждать? Давай, погнали. Ну, это значит, будет вот последний круг. Мы все выбираем по этому самому. Угу. По... Все, один единственный остался. Кому который... радостный. В Африке кончились негры. И последний такой, ну, а что будет плодиться и размножаться. Тогда надо брать капитана и докапитошкивать все победные очки. И да, там Саня отгрузит кучу говна. Отгружай, Саня, кучу. Поэтому 4 кукурузы сюда. Ну ты говнюк тоже. 5, да, кукурузы ты не отгрузишь. Никто ни кукурузы не отгрузит. Я сюда гружу 2. Забил корабль. 2 кофея сюда гружу. Ты скотинки. Что делать? А что делать? Жизнь такая. 5 бери себе, да. Собственно, и все, больше никто ничего...
себе грузить. Немножко. Никто ничего не может. Да. У тебя горит либо кукуруза, либо сахар. Саня там. А какая разница? Ну, по правилам так надо. У меня синий сгорел. У тебя, Саня, нету складов, значит, все кроме... А у меня фаза купца плюс два дублона. А, это не купца. Где груз доверял? Это питон был. Все, во, ты выбираешь роль, и на этом игра заканчивается, подсчитываются очки. А я выбираю роль, и могу ее еще как-то... Ну, что-то, если принесет тебе победные очки, например, архитектора, хоть здание какое-то построить на твои деньги, еще победные оно очки. Оно принесет какое-то? Ну, вот эти победные очки, которые здесь, оно принесет, но, даже если там нет крайней. Строй по максимуму, что тебе приносит очки. Беру здание 4, за 6 я могу построить. А где количество победных очков? Вот это, да? Красненькое, да. Ну, видишь, тогда максимум. Ну, только если негры же будут, да? Будут приносить. Нет, оно работает, если негры. А победные тогда очки вот уже беру. Когда... Все. Я ничего не могу построить. Это было клёво. Единственное, что могу построить. Ну, все равно что-то приносит. Да, у меня два. Тоже, наверное, да. Этот я не могу построить. Да! И этот не могу построить. А я вообще ничего не могу построить. Значит. Деньги в конце все равно не считаются. Все. Считаем победные очки. Сначала считаются победные очки по просто по зданиям. 1, 2, 3, 4, 7, 7, 8, 15 очков у меня за здание. Вот те красные цифры в углу просто. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 14. 4, 18 у меня. Что 18? Считай 1, 2. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 18, да. 13. Вот нас по зданиям перегнал. Теперь считаем эти. 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19 отгруженных очков. 19 тоже. У меня 16. И допы. Одно за каждое небольшое здание, два за каждое большое. То есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь победных очков за это. И второе приносит мне одно очко за каждых трех колонистов. Раз, два, три, четыре, пять очков еще. У тебя чего там? У меня семь. Мне пять дополнительных. Ну и считаем, да. 29, 34, 39, 47 у меня, уву, 20, 34, 41, 29, 32, 37 получается. 47 у меня, 41, 37. Что, лично раз доказывает? Да, игра крутая, просто мне надо много играть и да. Понятно. Они достаточно. Тем более я уже не первый раз играл. Нет, да, ну, понятно. Мне понравилось то, что в принципе правила элементарные. Да, так в том-то и дело, что чувак ее делал, что несложные правила, но как бы такое все очень интересное. Только поэтому она до сих пор в пятерке лучших игр. Что очень много разных составляющих, да. В принципе. Единственное, по зданиям, да. Вот как бы надо помнить, что какое дает, ну, и определиться, что ты хочешь строить. Тут, собственно, самое прикольное, что очень много путей развития. Либо ты тупо там выращиваешь кукурузу, индиго и отгружаешь за это победные очки, получаешь. Либо ты, например, выращиваешь дорогие и продаешь там кофе этот, и за деньги покупаешь вот эти здания, так развиваешься. Либо есть еще вариант, вот как я хотел, но не успел, выращивать несколько разных типов, построить мануфактуру, а она при каждом этом самом надзирателе еще и деньги дает. То есть я 4 разных продукта производил, я бы за надзирателем еще и 5 очков, 5 монет получал. Чтобы строить здание. Общем, спасибо всем, что смотрели. В общем, такая, играли Саня. Неплохая классическая игра. Да, если вы заметили ошибки, пишите в комментариях, мы их учтем. А там видно, что это будет смотреть. Нечего. Но вот у меня, например, сомнения по поводу поселенцев вот этой штуки. Потому что Саня брала, нам одинаково это падало. Да, да, мне кажется, что может быть там что-нибудь перечитать, смотреть. Бонус. Живите долго и процветайте. Всем пока. Okay.